Итак, начинаем рассказывать. Мы смотрели фильм The Foreigner. Foreigner по-русски иностранец. Это новое слово. Все слушайте. Иностранец. 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 Не трогай чай. Окей. Итак, кто в главной роли, как зовут актера? Джеки Чан. Джеки Чан. Джеки Чан. Так. Ну давай. Сейчас Джессон будет рассказывать. Если, Сергей, ты что-то не понимаешь, ты... Так, Дар и Ваня, попрошу вас молчать и слушать. Да, я ступен. Да, я ступен. Да, ступен. Давай. Окей. Итак. Не соскучишься. Кто-то положил бомб. Он называется IRA, он положил бомб. Бомбу. Банк. Да, в банк. И потом Джеки Чан взял, он хотел забрать деньги, его дочка идёт там, и бомб идёт. Бомба взорвалась. Слово взорвалась. Она в банке взорвалась. Да. Ну, девочка была там. В трёхлитровой. М? В трёхлитровой банке. No. Джессов, он не так понял. Я понял, в банке. В банке, ну, я нет. Я просто говорю, блядь, в трёхлитровую, что ли? Нет, Джессов не знает, что такое трёхлитровая и что такое банка по-русски. Банка is bank. I know, but there's another word. Банка, it's about a jar, pickle jar. А, pickle jar? Банка. Папа не... Так, всё, идём дальше, значит... Идём дальше. И она взорвалась вместе с дочкой. Да. Бомба в банке. Потом это мужик. Джеки Чан. Ты его называй по имени. We don't know his name. Ну его там называли все китаец, да, чайнамен. Ну не важно, мужик, пускай okay. И все. И вот мы будем. Dude, stop. Stop, sit down. Окей. Okay. Потом он расстроился, почему его дочка была убита, и он хотел ими отвезти. То положил бомб. Найти их. Да, найти их. Он увидел полицию, government. Mm-hmm. Хотел найти сами ими. Ну, они сказали, что они не знали, кто сделал это. Ну, он думал, что он не знал. И он знал, что он не знал. Почему первый мужик там, он знал, кто сделал, но он не хотел сделать что-то про это. Этот первый мужик, лучше сказать по-русски, один из политиков. Был связан с террористами, так и скажи по-русски, был связан с террористами. Был связан с террористами. Mm-hmm. И потом, yeah, governor. Okay, mm-hmm. So, потом, он так хотел имя. Он хотел не имя, он хотел, получается, имена террористов, yeah. Чтобы сам отомстить. Отомстить, месть, ревенч. Да. Mm-hmm. Он начал положить... Его бомби в большой билдинг и везде. Mm-hmm. И потом он положил бумагу там, что сказал имя. Names. Написал. Names. Ну никто. Они видели и сказал, а, я хочу. Они хотели найти его и убить этот старый мужик. Mm-hmm. Так, что он сделал. И он послал много мужчин искать и убить его, но они не могла. Он все дал по жопу. Is that right? Alright. Okay. It's okay. И потом он бегал в лес и положил еще бомбы. И потом он видел этот мэр, был с другой девочкой, его женщина. И он сделал фотографии и послал его этот фотографии, сказал имя, question mark, names, question mark. И сказал, он не хотел дать ему имя. How did he get the names? He got it from the, you know, what's it called? Nephew. Nephew, okay. И этот мэр послал его сын. Племянник. Племянник. Сын племянник, you know. Искать и убить этот мужик, старый мужик. Он идил, он нашел его, они дрался. Mm-hmm.
И потом Джеки Чан не убил ему, но пускал ему жить. И потом он начал говорить, и он дал Джеки Чан это имя, Джеки Чан летел там, и убил всех... террористов. Да. Разобрался с ним. Джеки Чан сделал то, что полиция должна была сделать. Что полиция, да, должна была сделать. Да. Но Джеки Чан там по истории, он был в спецназе когда-то. Поэтому он был такой крутой. Крутой. Ну, расскажи еще про главного героя. Нам пока... Он же рассказал, что он уничтожил. И в этом фильме Джеки Чан с женщиной был убит, и девочки были убиты. Его женщина. Да. И эта дочка была его последней фамилией. Семья. Семья. И это почему он так хотел убить этих людей. Ну правильно, всю семью уничтожили. Ты поешь песенку? Дар, вот ты по-русски что можешь сказать? Привет. Я тупой. Ай, stupid butt cheek, yo. Я туп... Нет, это... Я говнюк. Right? Right? You're stupid butt cheek? Ваня, по-русски что сказать можешь? What? Садись, ты тупой говнюк! Ну ты даров. Твои познания русского. Это что-то. It's your boy, Purple Boy Boy here. Back with another video. Да. Всем привет. Так. Так, всем скажем привет, подписчики. Итак, да. Джесов. Привет, рубашку поправь. Я это вырежу. Wait. Внизу у тебя вон живот торчит. Белый. It doesn't matter. Сядь нормально. Так, начинаем. Папе рассказывать. Oh my gosh, that's something I want to see. Ты всегда плакаешь, они не могут сказать, что ты плакаешь. Будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю.